Всем привет! Продолжаю записывать видео про изменения стражи в последнем патче 10.0. И сегодня у нас ледяной гром и как изменились его навыки. Первый навык мы видим — молот льда. Раньше было наносит 145% физического урона одному случайному противнику переднего ряда. Сейчас немножко сделали поменьше, стало 120% физ урона. Тайм-аут сократили с 5 до 2 секунд. Второй навык — тяжелый ледяной удар, назывался раньше, сейчас называется ледяной молот. Тайм-аут был сокращен с 15 до 2 секунд. Раньше было наносит 160% урона противнику с наименьшим ХП. Сейчас стало один враг с наименьшим здоровьем получает 115% физического урона. Опять этот удар тоже сделали меньше. Как мы видим. Поперечный удар молотом, как сейчас называется, просто удар молота. Раньше было наносит 120% урона двум случайным противникам, сейчас сделали 144%, то есть этот удар у нас подняли. Помощь племени. Раньше было увеличивает эффект лечения на 50% на себя в 3 раундах. Ну, здесь ничего не поменяли, осталось абсолютно то же самое. Силовой удар, или как раньше назывался, удар силы. Раньше было наносит 105% урона двум-трем случайным противникам. Тайм-аут остался без изменения. Сейчас стало 187% двум-трем случайным противникам. Довольно существенно. Апнули. Удар грома. Тайм-аут 45 секунд сократили до 30. Раньше было наносит 125% урона противникам в одном случайном ряду. Сейчас сделали 172%. Также данный удар был апнут. Сокровенный смысл — яростный удар. Сейчас называется глубина — неистовый удар. Раньше было наносит 115% урона всем противникам. Увеличивает урон цели на 8% на 2 хода. Сейчас стало 198% физ урона, то есть подняли. Ну, а урон по цели повышается на 8%. Так и оставили, правда. Ну, наверное, тоже так и осталось на 2 хода. Хотя нет этого описания. Сокровенный смысл — тупиковый, или как сейчас, глубина — выхода из тупика. Моментально восстанавливает 10% жизни, затем восстанавливает 8% крови при каждом раунде. Продолжается 2 раунда. Это было раньше. Сейчас подняли мгновенное восстановление до 20%. На каждый раунд также оставили 8%. Ну и также продолжительность 2 хода оставили тоже без изменений. Пассивочки у нас. Гнев грома. Каждый раунд при атаке есть 20% вероятность увеличить наносимый урон противнику на 30%. Сейчас стало... Ничего у нас не поменялось, то же самое и осталось. Абсолютно. И второе воодушевление тоже не остался без изменений. На этом по ледяному грому все. Всем спасибо, всем пока. Играйте в наши любимые игры РБК.